Комплексный план мероприятий по улучшению экологической обстановки в Нижнем Тагиле формирует Министерство природных ресурсов Свердловской области. Документ готовится во исполнение указа президента России от 7 мая, определяющего национальные цели развития на 6-летний период. Работа над максимально полным, охватывающим все сферы деятельности планом, должна быть проведена в кратчайший срок. Для этого необходима консолидация усилий органов власти, предприятий, других заинтересованных сторон, отмечено на совещании, которое прошло в региональном правительстве. В проекте пока более 50 пунктов. Обсуждение предложений продолжается. Действующие в Нижнем Тагиле природоохранные программы получат существенное развитие.